Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Delirium Play, и мы продолжаем проходить Dead Island 2. Слышь меня, дружище? Я в Беверли Хиллз, где встретимся? Мы с вами идем к Архиву Ридж 12, встретимся там. Ага. Да, у нас задание встретиться с Сэмом Би. Тем самым. Так, тихо. Комната управления воротами. То, что надо. Заперто. Хоть что-то же должно открыться. Сейчас найдем. Что тут написано? Кажется, с ключами мне поможет именно Фил. Надеюсь, он еще здесь. Ага, надо найти какого-то Пила. Сейчас найдем. Чё? Какой? Водный ходок? И в чем его прикол? А, типа он... Есть. Ты что-то завис. На. Да, тут бестиарий удивляет. Водные кислоты. Похоже на химикаты из гальперина. Пройти без вреда, здоровье может только если перекрою трубы. Был бы у меня маховик вентиля. Так, тут я помыл. Блин, это же громило, да? Так, а здесь трубы все-таки текут. Сейчас. А вон там что-то есть, кстати. Только нам туда спуститься как-то. Так, где у нас тут? А вот и спуск. Так, аптечки. Опа, маховик вентиля. Надеюсь, меня тут не утащит никто. Так. Поток перекрыт, но мне жалко обувку. Сначала надо все это смыть. Да мы и смываем. Да, ключик, блин, найти называется. Так, тут что, тоже вода? Так. Типа можно опять пустить этот, что ли, кислоту? Нет? Откуда столько дряни? Так, погодите, это что, я открыл, получается? Ну-ка. Непонятно. Ладно, сейчас разберемся. Так, здесь нужен... Тут нужен выключатель. Какой-то лабиринт запертых дверей. Фильтра. Там Фил находится. Так, ну тут мы точно не пройдем. Не, мы, конечно, можем тут походить. Вот сюда можно пойти. Так, сейчас я вверху проверю, что. Аккумулятор. На. Зарядись энергией. Положительно. Так, они что, все сдохли, да? Те, кто хотели на меня пойти. А, что, что? Ауч. Это электричество, оказывается. Как мы до такого дожили? Ну-ка, серьезно? Да. Ладно. Так, ну-ка, сейчас, погодите.
Есть. Вау. Так, тихо. Сейчас немножко подождем. Так, пожарный топор сколько? Маленький. Так. Ага. This breaker will work. Это выключатель подойдет. Блин, я думал, он разобьет мне. Фига, куда он упал? Ну-ка. Все, теперь тут электричества нет. Монтировка хорошая. Все, тут, да, больше ничего нет. Так, ну мы, в принципе, можем тут проползти. Теперь. Достал. Сейчас. Если он, конечно, не поломается. Ага, все. Фил! Мертвый или живой? Дай мне знак. Да, сейчас. По-любому мертвый. А вот он, походу. А, нет, ходок пожарный. Что-то он не тушит пожар, блин. Иди сюда. Ау. А, иммунитет к горению у тебя. Понятно. Ну, мы сейчас что-нибудь другое выберем. Че, даже к электричеству иммунитет. Охренел. А к крови? Ну да, типа у него защитный костюм. Так, теперь у нас пожарные появились. Просто замечательно. Так, блок с предохранителями, нужен предохранитель. Так, что тут? Дрянь какая. Надо смотреть под ноги. Так, погоди. Контроль потока. Посмотрим, что он делает. А он типа сюда льет и сюда. Типа тут прекращается. Bye-bye, caustic gunk. Пока-пока, щелочная жижа. Ой, блин, обувка спасена. На. Отдыхаем. Так, тут я помыл, да? Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Надо снять блокировки. Не хочет. Так, ладно. Эй, он пофиг вообще. Все. Так, давайте перекроем. Перенаправим. Помоем. Наконец-то можно и мозгами пошевелить. Вроде стандартная схема. Нужное давление должно снять блокировку. Сейчас подумаем. Так, сейчас мы посмотрим, что тут еще есть. Давление должно совпадать с числом. Сейчас, погоди. Ай-яй.
Так, 111. That's a start. Так, начинается. Давление? Ха. Да без напряга. Теперь за Фил. Ой, что-то тут все заливается. Ага, так, давай перенаправим. Опа. Фил, я забираю ключ. Я так понял, Фил это тот, кто... самый большой, да? Так, что-то вы какие-то, ребята. Блин, почему Фил не девочка, а? Почему он какой-то качок, блин? Пора идти. Ты еще живой тут? Так, никому не быть живым. Так, что тут у нас было у Фила? Мусорка. Нужен предмет ключ. Бренд выйдет. Так, а вы че, кто такие, ребят? Ну-ка, успокоились. Так, чё? Оно в трубах. Оно. Стивен Кинг, что ли? Слизь, ага. Это они прослизь. Да, что тут? Целый квест, блин. Переключатель. Эй, это Сэм. Мы почти на месте. Аналогично. До скорого. Так, усиление. Электроника. Так. Так, давайте что-нибудь отремонтируем, наверное. Так, ладно. Наконец-то можно выйти. Так, а что тут где-то сейф какой-то? Здесь что ли? Нет, не здесь. Где-то в лесу. Или мне кажется. Это, наверное, вот то, что я под землей нашел. О! Много рвотников. Так, мы... В прошлый раз хотели с вами, так, помимо доп. Задания, так, давайте еще раз, сейчас мы на студию Монарх сходим в самое начало, где там будка охранника, там надо кое-что забрать. И у нас появилось доп. Задание, что-то в отеле Гальперин, какое-то побочное. Помочь каким-то людям, надо тоже будет туда сходить.
Так, это монах, да? А тут что, все уже, да? Как нам это все обойти? Или уже не получится? Здорово. По машине он не хочет. Ну, в принципе, тут можно пробежать, конечно. Сейчас мы еще потушим. Тихо. Нормально все. Вроде все. Не, до свидания. Да, вот мы и дошли. Сейчас до этого. До будки дойдем. Так, за мной бегут, да? Вот тут еще и дядя большой. Да, сходил, блин. Тихо. Ауч. Пипец. Сходил за хлебушком, да? Так, вот здесь, да, в этой будке. Полицейская дубинка. Как она сильная, блин. Так кто? Ну ладно. Будем считать, не зря сходили. Так, где у нас тут задание там?
Давайте поставим. Вот. Губительный каустик X какой-то. Вернитесь в отель Гальперин. Собственно, где мы невесту убивали. Так, тут, наверное, опять сейчас все гореть будет. Так, горящий хот-дог. Хот-дог. Конечно, ничего. А, нет, работает, смотри-ка. Что-то... Это работает, блин. Тихо, не гореть. Так, строительное. Так, вот это возьму. Так, все, бежим. Просто бежим. Это первый раз не открывается. Так. Крушитель. Так, ну нам надо, да, отвернуться. Ну-ка, давайте посмотрим на обычного блевуна. Как он себя будет вести. Как среднестатистический рвун выглядит. Ох, ё-моё. Ой, а он красный. Я пока с ним драться не буду. Он меня заблеет до смерти. Так. Так что давайте просто побежим в наш отель. Так, тихо, за нами хвост. Ой, не-не-не, все, до свидания. Так, здрасте, приехали. Так, куда нам?
Это, наверное, и есть отель. Вот туда. Так, получается, нам тупо по дороге надо идти. Хотя маркер нам показывает в другую сторону. Давайте по маркеру будем идти. Я думаю, он нас в беду не загонит. Понастали тут своих стекол. Ты откуда вылез? Так, тихо. Блин, нам как бы спуститься аккуратненько, чтоб без траты жизни. Чтобы не убьемся, ну так немножко, не смертельно. Так, давай, крушитель заряжает, стоит. О, чемодан. Не, все, давай, до завтра. А то сейчас с вами драться будешь себе дороже. Так, вот, собственно, и отель, где мы помощи искали. Поищите Рава. Так, а вот и отель. Так, ну давайте до него добежим. Так, всех игнорим. Так, там показано, что какой-то толстячок на перекрестке. Посмотрим, он. Можно его бить и нельзя. Вот этого можно. Давайте мы ему пумезан по башке дадим. Нет. Хвататься любит толстячок. Это сейчас взорвется. Ой, там сейчас все взорвется, еще цистерна вмазала. Так, толстячка что-нибудь есть? Так. Ну, зато с него, наверное, очков тоже нормально дают. Так, вот отель. Так, это мы уже зашли, да? Ну да, мы типа в отеле. Надеюсь, тут еще одной невесты не будет. Так, давайте отремонтируемся. Так.
банкетном зале. Ой. В банкетном зале отеля. Чё, опять что ли нападение невест, блин? О, здоров. Ты какой-то злой. Оп. На. А, блин. Уже крушители перестали быть такими аж сильными врагами. Так, где у нас там веселятся? Ай. Все на заряде. Так. Вниз, да? Итак, Рав, какой ты выбрал номер? Бьем на бесполезный кусок. Эй, наверху, на балконе. Ага, поговорите с Равом. Так, сейчас. Привет, друг. Ты есть Рав? Да. Значит, Хана получила хотя бы часть моего сообщения. Рад твоему приходу, но я еще не закончил. Придется сворачиваться. Хана хочет, чтобы я привел тебя в колледж Венеса. Обойдусь без провожатых, мне нужны данные. У моей подруги парамедика забрали скорую, чтобы привезти сюда бочки. Сказали солдаты, что вещество для разъеба зомби. Вот как? Правда? Это я и хочу выяснить. Тут были ученые, я нашел, где они работали. Но зомби меня учуяли заглянуть сюда, как кошку на дерево. Мне надо полистать записи и понять, не пригодится ли это оружие рысям. Давай договоримся, ты делаешь оружие и для меня тоже, а я проверю скорую. А чтобы занять и отвлечь зомби, можно использовать колонки. Музыка, громкая музыка, да. Ладно, я шарю в технике и разберусь как-нибудь. Дай мне знать, как будешь возвращаться. Так, поищите скорую на парковке отеля. Да блин. То зашли в отель, теперь выходи из отеля. Вот чё, ё-моё. О, тут что-то есть. Ключ военного курьера. А если бы он у меня был? Да ё-моё. Вы чё тут делаете, ребята? Так, ты чё-то какой-то... Горючный ходок. Да ну нафиг, сейчас взорвется. Чё-то плохо вообще. Да, радио заработало? Проверка скорая немного откладывается. Мне встретится один едкий тип блевун. Понял, я ползу к рабочему кабинету по вентиляции. Подключил диджейское оборудование, сцены в зале, можно врубать по готовности. Я не заставлю тебя ждать. У него нет едкой рот, похоже, они тоже адаптируют для борьбы с нами. Я бы свои вторые по модности кросса отдал, чтобы такого встретить. Давайте драться уже. Так, где этот плевут? Водитель какой-то, блин. Ух.
Да иди в жопу. Водитель, блин. Так, пожрем. Хотя мы вроде и сытые. Когти, да ну нафиг. Так, что тут надо-то? Вокруг скорой. В ней действительно было вещество для разъеба зомби. Катана. Ну, это не вещество, это вещь. А вон что-то есть, только надо как-то тут все помыть. Так, ну-ка, сейчас погодите. Ой, ой. Да что, ё-моё. Ну, я думаю, сейчас все помоется тут. Более-менее. Раф, привет, что удалось найти? Счет на бочке с каусик и записку о твоей шокированной подруге. Это растворитель, военный использовал, чтобы растворять тела в Л.А. Это на удивление умно. Я экспериментировал с кислотой, но она ей дала оружие. А они решили взять чуть, уверенно используя ее еще на живых. Диджейская оборона не готова. Давай бит, чтобы я добрался до заметок. Конечно, заказим вечеринку. Пока не стягиваюсь к тебе, я соберу все, что смогу. Ага. Сейчас будем драться опять. Дайте биты, отвлеките зомби, чтобы те не мешали Ралу. Устройте потасовку, отлетите их зомби, чтобы не дать его больше времени. Ладно, потанцуем. Так, отходим. Ну и ништяк. Такая музыка, блин. Вот такую только драться. Ой, электрик идет. Да что ж вы творите здесь? Сами же себя убивают, по сути. Так, тут меня кратит, блин. Ой. Это будет взрыв. Сообщите Рау, как обстоят дела. Ты меня спасаешь в буквальном смысле. Я нашел в заметке Каустик X. Есть что-то полезное? Каустик X работает вроде бы. Но медленнее, чем они рассчитывали. Давай пройдем полевые испытания. Информация — самое мощное оружие, верно? Мне нравится твой настрой. Дерзать без тормозов. Близится бойня. Используй этот растворитель на зомби. Говоришь, они наполнили бассейн? Я понаблюдаю за тобой сверху. Странно. Я думал, следователи сами участвуют в полевых испытаниях. Что не записано, то не научно. Это общеизвестный факт.
Тогда смотри внимательно, друг. Два раза я делать это не буду. Так, отправляйтесь в бассейн Гальперин и приготовьтесь растворять зомби. Так, а где у нас бассейн? Дамочки, вы не подскажете, где здесь бассейн? Закрыто. Самая грязная работа. А вот он. Я на месте, ты меня видишь? Можем приступать. Начинаем творить науку. Че, их надо? Если тебя не затруднит. Давай. Так, все в бассейн. Пора купаться. Воу, вот что такое было? Да уж, это круто. Сейчас тебе будет попкорн. Так, а тебе пофиг, я смотрю, да? Ты у нас в костюмчике. Ой, блин! Ну не себя же, ё-моё. А, шикарно, просто огонь во всех отношениях. Caustic X действительно действенная штука. Встретимся в банкетном зале, я сейчас по пути туда. Это пипец. Так, куда нам? Так, нам сюда-то? А, вот. Так, ребят, сюда все. Так, мы вылечимся или нет? Да ты ходячий ураган, смотри, душа млеет, пулеет. Я связался с Ханой, так что все ништяк. Спасибо тебе за помощь. Эй, я человек слова, как ты предпочитаешь знать, чем имею дело. Я разобрался в работе и смогу с легкостью обработать оружие щелочью, чтобы оно растворяло зомби без кислоты. А пока что вот, держи. Победителю доставляются лучшие игрушки. Приятно иметь с тобой дело, друг. Я использую его во благо. Я вернусь к каналу и воспользуюсь тем, что мы узнали. Мы все сейчас в гонке вооружения. Мы обязаны победить. Так, открыт новая карточка истребителя. Редкая модификация ликвидатора. Ближний бой. Щелочная бомба. Так, и щелочная бомба. О, это типа... А давай за место нее. Во. Так, а что там у нас еще карточки какие-то, да? Давай посмотрим. Так, а где истребитель, да? О, что-то новенькое. Так, обрушьтесь на них с высоты. Атакуйте зомби ударом в полете, чтобы получить большой удар. Урон критическому урону. Ну, давай попробуем, в принципе. Так, все, мы закончили, да, задание с этими. Так, у нас теперь только Сэм Би остался. Так, ну давайте пойдем пока. О, военный курьер. Кстати,
от которого ключ от сейфа. Пошел ты. Дай ключ. Все, блин, доломал. Так, а где-то я видел, да? Вот здесь, по-моему. Оу. Неплохо. Так, ну чё, сваливаем пока. Пойдемте к Сэму, к Сёму Би, к Сёму Б. Семён Б. Музон такой. А, это у меня играет музыка, блин. Аудиозапись у меня. Только сейчас заметил. Ну, пусть играет. Так повеселее. Дорогие мамы. Ой, блин. Я хотел поменять тут. Это получается как кислотная граната, да? На ком-нибудь попробовать. Ну-ка. Ага. Его разъедает нахрен. Не, прикольно, кстати. Прикольно, прикольно. Так, давайте тут подремонтируемся. У нас тут булава сломалась. Так, и у нас... еще, да и все, пока. Да, сегодня у нас переходный, так сказать, день. Так, и чего? А, пардон. Ну, так сказать, нецивилизованные ребята. Сюда, что ли? А, это у меня такой сокращенный путь показывает. Жесть.
Так, как нам тут бежать-то? Ну, в принципе, это нормально. Так, ради веселья. Так, зомби с черепом. Ох, не буду я тебя трогать. Эй, сюда. Привет, друзья. Ронни говорит, что дом набит пушками. Надо вскрыть ворота. Закрыто. Запер. Может, дело и не выгорит? Прочь дороги, дело идет молот. Ну-ка, ясь. Ага. О, плохо. Эй, мы не одни. Я справлюсь. Заберите пушки. Опа. Ну, сын крутой. Он справится. Кто хозяин этого места? Ники Гута. У него шоу про охоту по кабелям. Я как-то раздобыл для него снежного человека. А еще искусственный снег. Заперто. Опа. Твою мать. А вот она, Ники. Ты сегодня страшненькая. Эй, сука, ты еще веришь, будто слишком хороша для хреново, кроме... Ох, нифига. А, крикунья, что ли? Кого сейчас съедят? Ой, она тебе там все отгрызет сейчас. Нет, нет, Ронни, гадство. Твоя очередь вымирать. Ага. Она их еще гневными делает. Круто. Так, пора заткнуть ей. Ну-ка, давай-ка, молчи. Так, хватит орать. Стоять. Так, где она там? Да, у нее как здоровье, как у крушителя, блин. На. Кушай кислоты. Добейте их. Ясное дело. Вот мне хрен делать. Чё? Режущий хот-дог? А, понятно. А чё мне прикол? Она меня что-то режет, да? Угу. Охренеть. Эй, давай за дело. Встретитесь в оружейной. Так, Сэм, блин, нормально так. Орущие зомби, да, куда же без них. Проклятие, Ронни. Я не успел. Да ладно, все нормально. Так, куда нам? Куда что ли? Так, погоди. Сейчас я осмотрюсь для начала. Просто интересно, что тут. Так, гранатовый пентхаус. Че? Закрыто просто. Okay.
Так, все ищем. Да, тут что-то аптечек не было. Я вот забыл аптечки сделать. Ну ладно, мне повезло, что я это. Че? Рядовой ключ нитки. Так, а у меня же никакого ключа там не было в этой нитке. Ну-ка. Вроде ничего нет. Так, а что там еще за комната? Аэрозоль. Так, сюда, да? Буя! Буя! Сообщите плохую новость. О, какая винтовочка. Так, шкафчик. Сейчас сообщим. Так, давай. Все пошло наперекосяк. Ронни мертв. Бля. Только не вини себя, ладно? Не похоже на нас, люди долго не живут. Я его предупреждал, но парень захотел все порешать. Пока его спасал, зубов по мне прошлось до жопы. Бери пушку и будем возвращаться к Кэмми. Ладно. Ох. Надеюсь, столь высокая цена оправдана. Вот срань, эти крики услышал каждый зомби в округе. Найди окна наверху и отстреливай всех козлов, что полезут через один двор. Я прикрою подъездную дорожку к входной двери. Посмотрим, насколько мощна эта пушка. Так, где она у нас вообще? Так, ее, наверное, надо сделать. Или нет? Так, вот она. Так, давай ему что-нибудь за место. Самого слабого. Во. Ну-ка. Твое оружие направлять только на цель. Убейте всех. Так, ну-ка. Вау. Хоть постреляем, а то руки в крови уже. Ништяк. Так, кто еще? Он еще бродит. Есть. Вау. Хватит портить мой план. Ох, какой ты. Ты чё такой большой? Это за Рона. Ох. Это ты меня решил пострелять в ответку, да? По-своему. Козёл, а. Так, не сюда. Перезаряди. Я знаю, что перезаряди. Блин. Дороги. Ништяк. О!
А, вы все туда притужу. Check the sights. Больше никто не умрет. И остальные выберутся из города. Идем, тут нечего делать. Вот что-то план какой-то. Ускоритель. Ну пошли. Веселишься? Вроде того. Я почти закончил. До встречи дома. Думаю, с тобой можно перейти сразу к делу. В Санта-Монике есть доктор, и я рассказал ему о своем иммунитете. Вот как? Если пойдем вместе, то свалим вместе. Я успел усвоить одно. Никто по радио обещает разгрести все дерьмо. Усой треп. Нам и так нормально. Если я ему поддержу мой план, мы все равно будешь идти. Она не пойдет. Спорим? Ты можешь сильно удивиться, придя обратно. И получив наказ... обратно. Сэмми. Удивить, чтоб меня. Так, чё? Все, мы выполнили. Вернитесь к Эмми. Боевой ключ. Клич, точнее. Так. Есть новые карточки. Вот это, да? Боевой клич. Нажмите В, чтобы издать яростный вопль, который дает вам членам отряда поблизости бонус стойкости. Вопль ослабляет зомби рядом с вами. А, ну это типа за место этого, да? Ну давай посмотрим. Ну-ка. А тут нельзя орать. А то Сэм еще ослабнет. Так, ну что нам теперь уходить? Ага. Вернитесь к Эмми. Давайте вернемся. Надо пошевелиться. Особняк, Джон, прием. Майк вернулся. Алло? Да, я здесь. Супер, ты настоящий боец. Да, обратная дорога была гораздо проще. Слушай, тебе удалось поговорить с Сэм? Нет. Я нет. Поговорю, да. Ну так давай. Майк, я иду назад, как придут сразу. Что-то ответить. Посмотрим, кто у нас настоящий план. Сэмми. Так, тут можно подремонтироваться. А? Чё ты акаешь? Так, что тут можно сделать? Блин, винтовки можно что-то сделать. Давайте сделаем. Так, модификация предметов нет, умения что-то есть. Так, что? Повышает скорость перезарядки, повышает урон критических попаданий, но уменьшает обычный урон. Давай перезарядочку сделаем. Так, увеличенный магазин есть. Так, тут подремонтируемся. И давайте создадим аптечки. А то у нас вечно дефицит какой-то с этими аптечками.
Здоров. Ау. Так, а тут не пройти, что ли? Блин. Вот так. Там крикуни, блин. Все, ну-кась. Много крикуней. Здесь часто встречаются крикуни. Отлично, блин. Короче, они будут нас оглушать и будут нас, это, зомби делать яростными. Вообще весело просто. Такой усилитель для зомби. Здоров. Так, подготовьте ему ее свиту к опасному путешествию в Санта-Монику. Ой. Так, мы правильно вообще идем-то? Прочие приготовления. Так, что нам наверх? Так, ну-ка, что у торгов? О, чертежик какой-то. Дальний бой. Так, что у тебя есть, чувак? О, чертежи давай. Патроны. Только для пистолета. Так, у нас что, винтовка же, да? Так, предохранители. Давайте все патроны купим. У него он еще дробовики продаются. Ладно, это потом. Майкл вернулся, сказал, что он обязан тебе жизни. Я ошибался насчет тебя. А то. Все тут? А, нет. Черт, мужик, давно тебя укусили? Пустяки. Ох, Майкл, дерьмо, с этим надо разобраться сейчас же. Нет, не смей его трогать. Проведай Андрея, проверь, как она. Да в жопу. Эмма, это не шутки. Ты знаешь, что с ним случится. То, что случается со всеми, а теперь позволь мне. Это мой дом, и здесь я решаю. Сэм, уйди. Если он хоть чуть-чуть так не так дернется, ты знаешь, что делать. Да, понимаю. Майкл, что случилось? Все хорошо. Неправда. Мы найдем того, кто тебе поможет. Послушай, даже не думай об этом. Я пустил тебя к себе, ты у меня в долгу. Убери пистолет. Он может превратиться. Ты же не знаешь, что... Эй! И Ромеро за лучшую женскую роль второго плана 2019 года получает... О, мой талисман. Ты ходил за ним? Лекарство? Ну, конечно. Думаю, у меня особенная кровь. Я зомби-стойкий, я чувствую это. Да. Да, твоя кровь особенная. Ты справишься и выздоровеешь. Майкл? Все, не справился. Майкл? Майкл, пошел, очнись, пожалуйста. Эмма, тебе лучше выйти, мне жаль потом. Иди нахер! Почему ты оказался особенным? Да кто, блядь, такой? Опа. Есть. Эмма, подумай спокойно. Я все еще могу тебя вывести, но надо собрать всех. Майкл хотел бы этого.
Выметайся из моего дома. Все. Кино не будет. Все, кур. Что произошло? Андрея мне дали. Майкл, его укусили. Он бросился на Эмму. Мне пришлось... Проведай, как она. Мне надо идти. Похоже, вы пойдете в Санта-Монику один. Эй! Эмма не справится. Не уходи. Планы меняются. Пусть Сэм разбирается с зомби, который... Сэм? Думаешь, в его видении конца света есть место для меня и моей семьи? Как только он залезет к Эмме в трусики, нам хана. А вот ты где. Что-то вы тут больно расслабились. Мартин чуть не укусил Эмму. Майкл. Да-да, теперь наружу. Не выходит никто, кроме меня. Попробуй меня остановить, друг. Говорите, этим ушлепкам нельзя доверять. Лучше остаться. Ага, остаться. Меня там люди ждут. Я и сам устал дожидаться завершения вашего спектакля. Ладно, набивай шишки сам. Там тебе последний совет. Давай, эксперт. Чтобы перемещаться по Баною, я спускался в канализацию. Там тоже небезопасно, зато они прут по одному. Это все? Ты еще вернешься. Эй, Эмма, перенервничала. Состряпай какую-нибудь хрень, типа ее ширского пудинга, чтобы поела и отвлеклась. Это конец. Ну-ну, не сдавайтесь, вы сильнее, чем он. По одному в канализацию? Отличная мысль. Черт. Идите по канализации до Санта-Моники. Так, ну давайте в канализацию перейдем. Я так понял, это отдельная локация, и на сегодня закончим. Да, вот так вот. Достань. Электрик еще этот. Так, надо отбежать. Сейчас будет взрыв. А, ты еще живой? Значит, будет. Так, здесь что ли? Не знаю, что здесь. Иммунитет тут у кого-то, блин. Так, ну-ка, сейчас, секунду. Чтоб тут тока не было. Ходок пожар. Да я понял, что ему пофиг на все тут. Он у нас и электричество не боится, и огня, блин, и кислоты. Только отмочить мне это. Так, что тут? Оу! Это не твое. Так, надо... Блин, нас шлепает. Хорош. Так, а что сильнее? Эта винтовка сильнее все-таки. Так, металлические детали. Так, все проверяем. Так, вроде все. Значит, получается, мы сюда за винтовкой сходили, да? А, ну я тут сюда ходил. Просто тут были сильные зомби. Крикони! Убейте всех. Да уж. Воу-воу-воу-воу-воу, вы что здесь? Так, нельзя. А, я тоже могу кричать, кстати. Ну-ка. Но меня быстро заткнули. Так, ладно, сейчас надо будет тут всех поубивать. Давай еще раз.
Так, ну что, далеко что ли? А, ну, в принципе. Винтовка у меня есть, да? Ага. Я ее забрал. Так, а может ее, блин, эту мадам сразу заткнуть нахрен? Ну-ка, щас, блин, я промахиваюсь. О, отлично. Да, надо ее сразу. Ну-ка. Ништяк. Так, ладно, давайте подеремся. Здоров. Так, тут где-то улей, блин. Ты что ли тут? Один сектор хрен. Так, что, всех убили? Войдите в вонючий туннель. Ну, не такой уж и вонючий, да? Так. Ладно, сейчас зайдем. Надеюсь, ты не шутил с Эмми. О. Майк, эти штуки для тебя. Ой. Так, ништяк. Ты падла. Так, ну ладно. Давайте на сегодня закончим. В следующий раз пойдем по канализации. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего доброго.